Это не просто забор, это уникальное, да, решение. У нас вставляются уголки, пластиковые сетки. А сейчас мы подошли к самому забору, и я хотел бы проговорить поближе, да, из чего он состоит. Всем привет, меня зовут Иван, и сегодня я приехал на наш объект для того, чтобы показать вам уникально крутой забор. На этом объекте мы уже работали и выполняли комплексную отделку внутри этого дома. Видео находится на нашем канале, вы можете его посмотреть. Это не просто забор, это уникальное, да, решение, которое сочетается как с домом, так и с основной территорией. Вот состоит сам забор из газобетона. Внутри у него заложены алюминиевые секции, срок службы которой более 50 лет. Он абсолютно никаким образом не ржавеет. Это современный забор. А еще я хотел бы вам показать работы наши, когда мы выполняли в классическом стиле с кирпичом и кованым элементом. Ссылку вы можете найти в описании и сейчас видеть ее на экранах. Там тоже получился очень красивый забор, и как раз таки сравнить, какой вам стиль больше понравился, в современном или все-таки в классическом. Сейчас я хотел бы с вами проговорить про именно конструктив данного забора, потому что, возможно, вы тоже сможете сделать этот забор своими руками. Подготовили заливки фундамента полностью, опалубка выставлена, бетон-насос пришел, ждем бетонные машины. Сделаны выпуски под газобетон, то есть у нас здесь будет крепление газобетона с двух сторон, тем самым стена не будет заваливаться. До этого у нас в ленте были залиты сваи бетонные. То есть первым этапом мы залили сваи, глубиной 1,5 метра. Дальше, соответственно, еще 75 сантиметров высотой лента, шириной она 30. Здесь около 100 погонных метров. Заливаем бетон марки М300. Вот. Здесь в первую очередь, да, то есть был необычный рельеф. То есть у нас получается здесь более ровная площадка, да, а вторая часть участка, она идет со скосом, то есть идет с перепадом. Это первый момент по забору. Второй момент, это то, что у нас вот в этой части, да, очень много насыпного грунта. То есть участок сам поднимался, выравнивался, да, и для того, чтобы забор стоял монолитно, да, его нужно укреплять. То есть лента сама по себе высотой 70 сантиметров, и в основе ее еще стоит железобетонный сваи до основания, потому что если поставить забор, да, даже ленту на неукрепленный участок, на неукрепленный грунт, то просто-напросто он в следующий год может повалиться. Как и говорил, забор у нас идет каскадом, общая длина его 100 погонных метров, высота 1,80 м, толщина газобетона здесь 25 сантиметров и плотность использовали D500. Продолжаем работу по забору из газобетона. Сейчас можем наблюдать, что вот была у нас кладка основная, вот у нас армирование, да, которое идет. И далее, соответственно, у нас оставляются уголки пластиковые с сеткой, которые заводят на две стороны. Вот. И все полностью протягивается тоже полностью сетка. Сетка используется либо 4×4, либо 5×5, плотность 160 грамм на квадратный метр. Вот. И специальный клей циррозит 190 модели. А сейчас мы подошли к самому забору, и я хотел бы проговорить поближе, да, из чего он состоит. Итак, как я уже говорил, то что основа у нас колонн идет из газобетона, они закреплены жестко с фундаментом, то есть мы делали выпуска из арматуры и, соответственно, закрепили их газобетону для того, чтобы газобетон сам по себе, да, он имел жесткое основание. Дальше, соответственно, он был полностью отштукатурен по системе циррозит, и сейчас у него фактура идет камешковая, то есть шуба. Далее, соответственно, сверху установлен колпак, который защищает от воздействия влаги, и установлены секции алюминиевые. Секции у нас расположены таким образом, чтобы они красиво входили в интерьер, то есть проектировщик рассчитывал каждый размер, и, соответственно, они рассчитывались индивидуально. Алюминиевые секции изготавливают под заказ, то есть они очень надежные. Надежные в первую очередь тем, что они крепкие и имеют минимальное количество крепежа, то есть вот максимально выглядит эстетически, и в то же время это очень надежно, то есть здесь просто-напросто нечем угнить. Если мы берем металл обычный, то он вот 20-25 лет все равно теряет потихонечку свои свойства. Секции выполнены разной ширины. В этой части они, газобетон у нас 1,40 м, а секция 2,5 м.
Далее у нас есть части, где газобетон у нас становится 2 метра и более. Вот. Это очень симпатично смотрится, когда смотришь, особенно проезжая, да, мимо этого дома. Планы я оставлю в описании, берите на вооружение, используйте на своих участках. Сейчас мы подошли к входной группе, и я хотел бы немножечко побольше уделить этому внимание. Здесь у нас установлена автоматика, фирмы Alutech. Под нее мы подготовили на этапе, когда заливали фундамент, закладную, для того, чтобы потом можно было установить эти части. Также мы дополнительно провели в теле газобетона все провода заранее, для того, чтобы здесь ничего не торчало. То есть провода все спрятаны, проведены. Также хочу обратить внимание на въездную группу. Въездная группа у нас чуть-чуть ниже делается, для того, чтобы здесь можно было потом доложить. Здесь будет камень сверху ложиться, и с той стороны брусчатка. Вот сама лента у нас уже выше. Также сделана подготовка под откатные ворота. И проведены закладные под электрические кабеля домофона и откатных ворот. В этой части у нас находятся фотоэлементы, которые позволяют, если машина, мало ли, там попадает в эту зону, то есть ворота автоматически открываются. И есть дополнительная лампа, которая сигнализирует о том, что ворота открываются. В левой же части у нас есть небольшая калитка. В этой калитке есть установлен домофон, да, который позволяет с дому, да, открывать входную дверь, если кто-то пришел из гостей. Также под него сделана закладная, и, соответственно, никаких проводов не торчит. Это очень красиво и эстетично выглядит. Итак, подведем итоги. Заказчик доволен. У нас забор стоит на хорошем монолитном фундаменте с железобетонными сваями. Защищен снаружи он декоративной штукатуркой, которая легко моется, чистится без каких-то либо проблем. И внутри секции у нас выполнены из алюминиевой конструкции. Таким образом, забор получился с минимальным требованием по уходу. А это очень важно в наше время. Подписывайтесь, звоните, присылайте, может, заборы необычные, которые вам понравились. Обязательно их реализуем.